Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас угольная армия на английском сервере. Я решил сделать одну интересную сборку для Свалина и потестировать его соло, посмотреть, что он сможет, как он будет держать урон. Вот такая вот у меня сборка была. Ну, я тестировал, очень много всего вам показывал, и решил я тестануть. Ничего себе, водушка упала. 21 тысяча коробок практически, которые беспонтовые. Так, есть у меня немножко СО. Солью вам десятку на удачу. С вас лайки. Чтобы вам пришли хотя бы 10 талантов. Так, окей. Юзаем, делаем. Делаем вот такую вот сборку. И ставим, как обычно, самую видовую чару на сегодня. Плюс 40%, плюс отхил. На отхил мы ставим, конечно же, ангела. У ангела будет самый топовый отхил. Ставим сюда одушевление. Для того, чтобы герой всегда ультовал. Есть. Убираем всех лишних. Мне нафиг не нужны. Мне интересно посмотреть на Свалина. Докуда он сможет соло дойти. Окей. Вот такая вот у нас сборка. Ну что, поехали. Поехали смотреть, что же он все-таки сможет. Есть у нас попытки еще. Поехали. Так как он автопрокер, он будет всегда включаться сам. Соответственно, давайте ускорялочку сделаем. Если хотите, пишите в комментах, я вам потестирую такую сборочку на локациях. А может, и сейчас потестируем, посмотрим, как у нас пойдет. По волны 10 можно. Минуса какие есть? Он бьет Христом. То есть не факт, что он всегда будет попадать по героям. Это раз. Он не быстро будет убивать тех же самых демонов, как видите, вот. Подошли уже все остальные, ну, вполне хватает, чтобы сливать. Демоны, конечно, на нас будут агриться, но, как видите, они нас по нулю всекают. То есть нам, как бы, насрать. Единственное, что, возможно, отражалка будет мешать. Так, давайте уменьшим немножко скорость, чтобы мы видели все. Ну, как видите, они нас не пробивают. Уже следующий демон идет. Просто жесть. Какой там он уже по счету. Но видите, вот сейчас вот самое-самое печальное, то, что он как бы не поворачивается. То есть он будет все время в одном. Некоторые герои будут все-таки оставаться. Но. Смотрите, сколько уже. Вот, нормально та картика пристроилась. Но некоторые не смогут ничего сделать. Купидон, то есть 17-я волна, ребята, ему все нипочем. Уже куча героев подошло. Вот видите, как бы в этом плане это его самый основной минус. То, что он если бьет, то он бьет в четырех направлениях, но не всю зону покрывает. Но... Он у нас держится прекрасно. Нас это не волнует пока что. Сейчас тыковка подбежит. Она, наверное, зарядит. Сейчас посмотрим. Да, все, вот пошло ускорение. И тут его просто завалили. Урон, конечно, маленький. Я не увидел, не успел увидеть, какая там волна. Но, как видите,
ничего, скажем, такого сверхъестественного не произошло. То есть он, по сути, классный герой, но все-таки вот эта его зона немножко не то. А теперь мы ставим сюда зонального героя, обалденнейшего героя, пока что самого, скажем так, имбового и топового в плане дефа, это Роза. Вот такая вот Роза у нас будет. Сейчас посмотрим. Она наносит процентуальный урон. Она бьет вокруг себя все, что есть. Так, идем ее соберем. Делаем то же самое. Ничего там особо не мудруем. Воодушевление. Ставим ангела. Все, один в один спорка. Там, возможно, немножко отличаются созвездия. Поехали. Тоже 30-й прорыв, но вот в чем разница, вы сейчас, думаю, видите. Оно бьет зоной вокруг себя. Конечно, вот единственное, я не знаю, как на Атлантах, если она не будет успевать их убивать, я надеюсь, она будет успевать их убивать. Ну, вот этот демон подошел. Дедушки. А Сварин в чем лучше в некоторых случаях? Он накидывает окаменения, они не добегают. В случае же с Розой и герои будут добегать. То есть в случае, если у нас не хватает урона, то, конечно же, они будут добегать и включаться. Но пока, как видите, 10-я волна. Она все-таки получше справляется. Но сейчас могут быть такие нежданчики, особенно вот от атлантов. Вот атлант включился. Посмотрите, что он делает. Воу-воу-воу-воу. Атлант, видели, что сделал? Практически, вот, практически ее сейчас слили. Чисто на атланте практически слились. Ну, урона здесь, ребят, будет в разы больше. Посмотрите, сколько мы уже убили. Мы уже демона убили. Этого немножко подбили. Конечно, черепом мы сейчас... знаю или ушатаю, подходит второй демон. Самое противное в этом случае это атланты. Если там атланты еще кое-как проходили, здесь, конечно, если он подбегает, то все немножко хуже, чем там. Но пока вроде держимся. У Свалина, конечно, атака намного дальше. Но тут 17-я волна пока. И тыковка не смогла разогнать. Так, черепа у нас останутся. Ну, остальных пока тащим. 18-я волна пошла. То есть, как видите, процентуальный урон все-таки тащит. Как бы там ни было, шансы здесь намного выше. Поэтому можно смело сказать, что это один из действительно самых топовых бездонатных. Относительно бездонатных героев. Потому что просто так Розу собрать на бездоне не получится, к сожалению. Но то, что делает герой, мало какой герой сможет сделать. Так, вот атланты идут. Вот они, атланты пошли. Один включился. Все равно сотри... Вот. Видите, слились от атланта. Но результат, как видите, намного лучше. То есть получается, в такой сборке Роза все-таки намного эффективнее. Хоть мы не набили там
в самый топовый урон, но герой простоял и слился чисто на Атланте. Из-за того, что большая очень отражалка идет. Но опять же, по сравнению, если сравнивать с Валена и Розу, все-таки Роза держит пока первенство. Надо будет еще другие герои точно так же потестить. Пишите в комментах, каких вы хотите. Всем удачи, всем пока.